Привет всем красивым людям. В ближайшие 20 минут только позитивные репортажи от команды Beauty Time TV. Мы начинаем. Спонсор программы – профилактическая терапевтическая клиника «Формула». Подготовка гардероба – это лишь половина работы над летним образом. Вторую половину берут на себя специалисты индустрии красоты. Именно они настроят нас на лето 2018. Начну с кабинета косметолога. Без профессионального увлажнения и питания, как и без солнцезащитного крема, последствия пребывания под жаркими лучами могут оказаться разрушительными. Инъекционные процедуры в летний период у нас не совсем показаны. Beauty Flash – это, скажем так, аналоговая процедура без инъекционной мезотерапии. Идет насыщение поверхностных слоев кожи кислородом, под давлением чистейшего кислорода, который вырабатывается в специальной барокамере. У нас еще идет распыление мелкодисперсно сыворотки. Вся химическая связь работает уже на протяжении нескольких дней. Помимо Beauty Flash, в качестве эффективного ухода без уколов и травматизации рекомендуются программы знаменитой Эриксон лаборатории. Воздействие активных веществ происходит на клеточном уровне. Запускаются физиологические процессы, детокс, кожа насыщается кислородом, что просто необходимо для жителей мегаполиса. Маникюр и педикюр – это и гигиенические, и эстетические мероприятия. А о тенденциях летних декоративных покрытий также важно узнать в преддверии отпуска. Самое универсальное покрытие – это френч, потому что оно подойдет абсолютно ко всем нарядам. Можно предложить оттеняющие пастельные оттенки. Потом можно использовать яркие оттенки, которые тоже будут оттенять наш загар. Такие достаточно сочные, ягодные оттенки, арбузные, летние. Что касается декоративного покрытия, то это флористика, цветочная тематика, папоротники, листья. Фламинго сейчас очень актуальные рисунки. Каждое лето всегда актуальна морская тематика. Белое, голубое, либо синее, красное сочетание. Немножечко можно добавить золота, серебра. Можно порекомендовать еще блестящие покрытия. То, что касается по форме и длине, короткие ноготочки у нас немножечко ушли на другой план. Сейчас имеет место быть длина, но это, конечно, не экстремальные. По форме это мягкий квадрат, либо миндаль. Все натуральное. Различные матовые, глянцевые, блестки, глиттеры, стразы. Также актуальна в этом сезоне мозаика. Желательно, чтобы дизайн на руках и на ногах сочетались между собой по цвету, по стилю, по фактуре. Тогда ваш образ будет завершен. Что касается профессионального ухода за волосами, специалисты рекомендуют молекулы красоты – процедуру, направленную на сохранение цвета и увлажненности. Кроме того, важно также проконсультироваться по поводу правильного ухода в отпуске. Под воздействием солнечных лучей цвет волос выгорает. Допустим, море, морская соль, он вымывает влагу с волоса. Волос становится тусклым, безжизненным, ломким. И чтобы этого избежать, я рекомендую шампунь. Он содержит депантенол, который ухаживает за кожей головы и восстанавливает структуру. Несмываемый спрей для волос, который защищает от воздействие солнечных лучей. Вы можете нанести как на влажные волосы, так и на сухие, перед тем, как выйти на солнце. И еще есть маска, которая необходима также после пребывания на солнце, которая восстанавливает 100% волосы. Следующий момент – автозагар, который желательно получить здесь и сейчас. Один из безопасных вариантов – кабина автозагара ZSO. Вы одеваете специальные следочки, в которых есть отверстия на пятке. Когда вы встаете на металлические пластины непосредственно в кабину, происходит распыление. Система, она более современная. В связи с тем, что здесь непосредственно идет контакт с металлическими пластинами, прилипает все равномерно. Нанесение красителя происходит за 6 секунд. И последнее – макияж. Чтобы не думать о нем на курорте, но при этом выглядеть ярко, нужно знать один или несколько секретов. Перед поездкой на отдых я рекомендую окрасить брови и ресницы, чтобы быть ярко и естественной, без макияжа. Я хочу представить вам два продукта от марки High Definition. Это крем тени,
коричневого цвета, и тушь для бровей. Это водостойкие продукты, которые позволят сохраняться макияжу в течение целого дня. Один день в компании специалистов индустрии красоты и стильное лето вам обеспечено. Ну а насколько оно будет добрым и позитивным, зависит только от вас. Вы смотрите программу Beauty Time. Продолжаем выпуск. Возможности современной ортопедии позволяют менять изношенные суставы, исправлять деформированные стопы и даже увеличивать длину ног. Достаточно часто нас спрашивают, кто изображен на этом портрете, который у нас располагается в холле клиники. Это портрет основателя фирмы Matiz, это Роберт Matiz. То есть вы видите, что перед ним лежат компоненты эндопротеза. То есть наша клиника занимается эндопротезированием, заменой тазобедренных коленных суставов. В фотографиях представлена эволюция протезов тазобедренного сустава, начиная с самых ранних к более современным. И, пожалуй, самые современные представлены вот с этой стороны. Это последние модели протезов коленного и тазобедренного сустава. Чаще всего пациенты обращаются сюда по медицинским показаниям, но эстетическая составляющая в работе хирургов все же присутствует. Пример тому – история Ирины. После перелома, который случился в детстве, с каждым годом увеличивалась деформация ноги. В конечном итоге все выглядело вот так. К тому же возникли боли в суставе. Пациентка обратилась к нам вообще с проблемами с коленным суставом, с болями в коленном суставе. Вот. И уже в процессе разговора, в процессе осмотра выяснилось, что здесь все проблемы не в коленном суставе, а в деформации конечности. Очень часто деформации конечности, вот, плоскостные, осевые, они приводят к развитию артрозов. То есть здесь неправильной нагрузкой в конечности, нагрузка в суставе распределяется по-другому, не как в здоровом суставе, и сустав быстрее изнашивается, чем здоровый. Сказали, что со своим суставом я еще могу пожить. Как бы он не совсем у меня уже такой плохой. Поэтому я полностью доверилась доктору и согласилась, конечно. Вмешательство мы выполняли на двух сегментах. То есть первым этапом мы устранили деформацию в голени, и вторым этапом устранили деформацию в бедре. То есть всю операцию мы произвели малоинвазивно через маленькие разрезы, вот, что в дальнейшем будет иметь хороший косметический эффект. И на данный момент ось конечности восстановлена у нее идеально. Идеальная линия получилась на снимках на рентгеновских. И сейчас она занимается разработкой и движений в суставах и восстановлением функций конечности. После второй операции прошло практически 3 месяца. Чувствую себя прекрасно. Очень рада, что, конечно, я избавилась от того дефекта, с которым, можно сказать, столько лет я прожила. Но, конечно, были и боли восстановления. Проходит нормально. Сейчас уже чувствую себя хорошо. Ну, еще как бы привыкаю, но ощущения, конечно, у меня очень приятные, что я, допустим, могу свободно идти, не стесняться, не скрывать ничего. Здесь мы используем стержни, которые обычно используют при синтезе переломов длинных трубчатых костей. Обычно интрамедулярная техника. Ну, отличается просто от лечения переломов тем, что здесь уже кость срощена, то есть целостность кости не нарушена, нам надо четко вымерить границу, где мы будем делать искусственный перелом, и завести стержень под определенным углом в определенной плоскости, чтобы все у нас было правильно. Здесь все это выполняется через небольшие разрезы по сантиметру, по полсантиметра через проколы кожи. Стержень заводится. После операции данная конструкция дает возможность просто избавить пациента от любой внешней мобилизации. То есть вот Ирина у нас, она со второго дня начала активно разрабатывать движения в суставах. И сейчас уже по прошествии 3 месяца после операции у нее объем движений в суставах полный. То есть сейчас она активно занимается лечебной физкультурой, чтобы восстановить просто тонус мышц. Хорошо идет, по плану там все хорошо срастается. Поэтому я очень рада, конечно, благодарна доктору, что вот он меня вернул к такой жизни. Реабилитация Ирины еще продолжается, но она уже начинает уверенно ходить. Занимается плаванием, а в дальнейшем планирует кататься на велосипеде.
Европейская мода для реальных женщин. Сеть салонов одежды «Априори». Более 20 известных брендов из Германии. Регулярное обновление коллекций. Размерный ряд с 44 до 60. Сеть салонов «Априори». Одеваем женщин уже 15 лет. Проспект Ленина, 71. Труда 166. ТРК «Горки», второй этаж. Клиника «Канон». Лечение травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата. Эндопротезирование тазобедренного, коленного суставов. Опыт работы 35 лет. Мы возвращаем людей к движению, а значит, к жизни. Телефон 8 351 217 52 62. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. 6 красных «Фольксвагенов» Пола. Сертификаты торговых сетей и интернет-магазинов. Всего более 100 тысяч призов от компании «Макфа» достанутся счастливым участникам розыгрыша «Красная машина». Стать обладателем иномарки и других ценных призов может каждый. Чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно купить крупу, макароны или муку со специальным кодом. Заветную комбинацию цифр нужно искать на пачке – сбоку, снизу или сверху. Чек, подтверждающий покупку, обязательно сохранить. А код зарегистрировать на сайте, который вы видите на экране. В день можете зарегистрировать до 3 кодов. В акции участвуют как пачки с анонсом, так и без него. Главное, чтобы на пачке был код. Акция проходит с 15 июля 2018 по 15 января 2019 года. Это Beauty Time, программа о том, что делает жизнь красивой, а внешность ухоженной. Продолжаем выпуск. Стрижка без ножниц, бесхитростная маркетинговая приманка. На самом деле это определенный вид укладок, который позволяет ходить с короткой стрижкой некоторое время, не трогая длину волос. Семья парикмахеров Мария и Марина Новиковы посвятили этому воркшоп в третьем блоке. Это уникальная техника, которая используется на фотосессиях. То есть мы из девушек с длинными волосами делаем эффект стрижки методом наложения волос из хвостиков, либо просто подкалываем волосы так, чтобы на фотосессии казалось, что у них текстурная модная стрижка такая, да, то есть при этом мы не стрижем моделям волосы, то есть они остаются и уходят опять длинными. Для чего это нужно? Для фэшн-съемок, для съемок, для работы в кадре, чтобы изменить человека, совершенно сделать его в другом стиле. Сегодня с утра пришли обычные девчонки, 17-летние, 18-летние, и выходят дивы, какие-то необычные, яркие. Очень прикольный, крутой, такой открытый диалог с людьми, которые хотят посмотреть то, как мы работаем в процессе, да, как мы себя проявляем, находясь вот именно в этом моменте, творческом порыве. Я посмотрела, как работает другой мастер. Мне это страшно интересно, потому что всегда интересно заглянуть за кулисы. Всегда интересно посмотреть, что делают другие, и взять что-то себе на вооружение. Казалось бы, что в парикмахерском деле с методиками наращивания, восстановления, окрашивания, выпрямления и многих других удивительных методов сложно предложить что-то новое. Но оказывается, нет предела креативной мысли. Это подтверждает идея стрижек без ножниц. Вы смотрите Beauty Time. Далее в выпуске несколько идей для обновления сезонного гардероба. Белая футболка, по мнению стилистов, это основа основ. Ее можно как угодно декорировать и с чем угодно носить. Летом, когда не хочется перегружать себя большим количеством украшений, идеальный вариант – это уже украшенный топ.
Классика летней моды – маленькое белое платье будет востребовано вне зависимости от погоды. В прохладные дни его можно носить с курткой или кардиганом. Более изысканная тема в белом цвете – кружевной бомбер. Белый костюм для отдыха – еще одна идея. Удобная и одновременно стильная. И, наконец, белый лен. Он всегда востребован летом. Что бы там ни писали о модных тенденциях сезона специалисты. Элегантный дизайн новой коллекции и неизменно высокое качество, за которое вам так нравится польская одежда. На Пушкина 65 и Сони Кривой 30. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. Персональный подход к вопросам качества жизни, стройности и активного долголетия на основе индивидуальных и комплексных исследований знаменитой лаборатории «Хеликс». Клиника «Формула». Мы в самом центре Челябинска, на Кирова 159. Вы смотрите Beauty Time, программу о том, что делает нашу жизнь яркой. Продолжаем выпуск. Стильные вечеринки такого масштаба – редкость для летнего сезона. Но организаторы премии Top Style 20 решили рискнуть и устроили церемонию в середине июля. Летняя веранда клуба «Пегас» превратилась в салон. Гостям предложили поддержать идею и одеться в ковбойском стиле. Интересная тема, я думаю, веселая тема, зажигательная тема вестерн. У меня еще есть дополнение шляпка, надеюсь, я в теме. Я пыталась соответствовать мероприятию данной вечеринки именно как вестерну. Надеюсь, получилось. Собственно, виновницы торжества – это стильные жительницы Челябинска, которые обрели известность не только в сфере моды и дизайна. В преддверии вечеринки проходили фотосессии, где красавицы доказали свою любовь к стильной одежде. У нас не конкурс, у нас нет сегодня победителей, у нас есть стильные люди, и мы это мероприятие, я думаю, будем продолжать, будут и мужчины, и женщины, и... Как вы видите, у нас есть что показывать, есть кем гордиться нашему городу. Прежде всего, мы должны были с ними наладить общение, объяснить, что это за проект, зачем он им нужен, зачем, что они в нем, ну, скажем так, раскроют для себя, в чем будет их интерес. Ну и, соответственно, провести саму работу. Это интересные съемки, это наши встречи, подготовка вот наших презентаций, которых сегодня будут представлены. В тот вечер на сцене побывала каждая участница стильного списка. Были и танцы, и песни, и даже картина, созданная за считанные минуты. Сразу же сюда зашли, было ощущение, что мы не в Челябинске находимся, а где-то в Европе или как минимум в Москве, потому что очень здорово организованный фуршет и вообще все вокруг красиво, стильно, очень здорово. Просто приятно быть одной из таких потрясающих дам, потому что каждая действительно очень красивая, стильная и... талантливая, причем в разных-разных областях, поэтому, ну, в тот момент, когда меня пригласили сюда, я, конечно, была польщена, вот, поэтому впечатление просто потрясающее, все в образе, все очень красиво, круто, я рада здесь быть.
Хороший вкус и чувство стиля в нашем городе присутствуют везде. Участницы Top Style 20 представляют разные сферы деятельности – дизайн, недвижимость, медицину, рекламу, туризм. Кстати, как неоднократно замечали гости вечеринки, на самом деле в Челябинске красивых и стильных персон не 20, а гораздо больше. А остальных мы, похоже, увидим в других проектах. Еще больше сюжетов о красивой жизни на наших страницах в соцсетях. Ищите по хэштегу #BeautyTime_TV, а также смотрите на сайте www.bt31tv.ru. А на этом выпуск завершен. До встречи. Команда Beauty Time TV благодарит партнеров проекта «Модный дом Я», студию макияжа «Френды», имидж-студию Елены Ивановой.